Ребята, всем привет! Сегодня я хотел бы снять с вами небольшой обзорчик на сварочный аппарат. Сварочный аппарат отечественного производства. Данные модели аппаратов собираются в Ростове-на-Дону. Аппарат называется Термит. Данная модель 220 профи. Здесь вот отмечено. Аппарат профессиональный, предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе для однофазной сети питания. Данный аппарат имеет функции стабилизации тока, антизалипания, горячий старт, форсаж дуги. Данная модель имеет высокий КПД, защиту от перегрева имеет и также может работать от пониженного напряжения. Давайте попробуем эту модель аппарата раскрыть, посмотреть комплектацию ее, качество сборки. Аппаратами торгуем уже 4 года. Нареканий по аппаратам практически нет. Иногда бывает, приходят коробки с завода немножко помяты, но я уверен, что это не завод-изготовитель, а транспортная компания, через которую мы осуществляем доставку данных аппаратов. В комплектацию у нас входит кабеля. Обратите внимание, что кабеля не китайские, не жесткие. Кабеля мягкие, рассчитаны эксплуатироваться зимой. Масса. Кабель под электрод. С электрододержателем. Кабеля все выполнены по ГОСТу и также отечественному производству. Идет инструкция по эксплуатации на аппараты. На данную модель аппарата гарантия 2 года с момента покупки. Ну и сам вот такой вот красавчик. Работает данный аппарат от 130 вольт в сети. И извините, прошу прощения, гарантия на аппарат не 2 года, как я вам сказал, а 3 года, так как эта модель профессиональная. КПД у нее 90% на максимальном токе. Вот так вот он выполнен. Я думаю, это все видно хорошо. Ручка. Ручки, ребята, такие, я думаю, в Китае не будут ставить, так как ручка идет от Газели. Такую ручку могли только придумать поставить у нас в России. Обратите внимание на таблицу. Я думаю, все характеристики по этой табличке можно увидеть. Аппарат выполнен полностью из металла. Лицевая сторона тоже металлическая. Давайте попробуем эту модель запустить. Да и аппарат-то свеженький. 15 сентября дата выпуска. С Китая бы не успели привезти, наверное. Вот так вот он работает. Вентилятор стоит мощный, 200 кубов производительность у вентилятора. Есть функции, которые можно отключать. Это горячий старт и форсаж дуги. Лампочка горит, что аппарат у нас в сети. Максимальный диаметр электрода на этой модели это получается 6 мм. Температура, рабочая температура до минус 20 градусов аппарат работает. Это уверяет нас производитель. Что тут еще интересного у нас есть? А, и хотел бы обязательно, чтобы обратили внимание, у данного аппарата есть болт заземления. Если у вас в сети, при которой вы будете использовать эту модель аппарата, не будет заземления, я советую обязательно, не я советую, а завод-изготовитель советует обязательно аппарат заземлять. Тогда на качество вашей сварки это не повлияет. Так что, ребята, данные аппараты у нас на сайте идут в данный момент по акции. Приобретайте, уверен, что останетесь довольны. Ну и, соответственно, поддержите нашего отечественного производителя. Я думаю, на сегодняшний день он нуждается в этом. Также обратите внимание, что есть возможность сделать ремень, чтобы данную модель аппарата переносить на плече. Вес
не больше 6 килограмм. Всем советую, рекомендую. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Еще раз повторюсь, если будет у кого-то желание, чтобы мы сняли обзор, распечатали, достали из коробки, проверили на комплектность какой-либо инструмент, обращайтесь, не стесняйтесь. Постараемся каждую просьбу выполнить. Всем удачи!